Итак, глава 4, и вдруг грахнул гром. Стратхольм — основная база банды мародеры Блэкхарта. Коррумпированная знать держит в узде стражу, тем самым позволяя членам банды безнаказанно совершать преступления в городе. Вот и добрались. Добро пожаловать в Стратхольм! Опа! По мотивам Рефорджа вас создали. А ничего, что мы так открыто ходим по городу? Мы же... преступники. Не волнуйся, стражи платят достаточно, чтобы нас терпеть. Однако лучше на месте долго не задерживаться. Ну, как тебе город, Ник? Да, большой. А возможности еще больше. Ха-ха. Ник, мне нужно найти босса, рассказать ему о том, что случилось. Это, пока оставайся в порту, здесь для тебя безопаснее. Я понимаю. Вот и славно. Когда вернусь, познакомлю тебя с местными ребятами. Устроим ночную пьянку в честь побега. И как меня занесло в такую даль? Магистр! И кто же это? Магистр, я... Ах, да, я в курсе, кто вы. Так вы так, как там себя называете? Охотник на магов? Фу, как вульгарно. Простите, но с преступником у меня желания общаться нет. Даркхан, лоу. Я лишь хотел, чтобы вы помогли мне попасть в Кельтовас. Что? С какой стати я должен помогать вам, преступнику в изгнании, попасть на священные земли Кельтоваса? И готов ответить за свои преступления перед судом, но в родных землях. Вы уже отбываете свое наказание. Изгнание! Вам не будут рады в наших землях, и я вам помогать не собираюсь. К сожалению, но времени на пустую болтовню у меня более нет. Удачи вам в этой дыре. Привет. Ты тоже тут? Угу. Привет, ты, наверное, не помнишь меня, но были в одной тюрьме. И, ну, я хотел сказать спасибо, если бы не ты, то тот маг. Конечно, я помню тебя, это я должен сказать спасибо, ведь это ты и твои друзья освободили меня из той ужасной клетки. Ну да, я просто не мог пройти мимо, условия содержания там были просто отвратительны. Остроумно, меня зовут Пик, рад нашему знакомству. О, я тоже рад знакомству, меня зовут Николас, можно просто Ник. Ник? Это такая шутка? А? Что? Ну, Ник звучит как издевка на мое имя. Пик? Ник? Я не совсем тебя понимаю. Ладно, прости, наверное, это просто совпадение. А какими судьбами в Стратхольме, Ник? Ну, мы что, только прибыли сюда, пока я не успел построить тут планов. А то ты быстро добрался. Я думаю, мы будем первыми, где раз у Джилла оказалась лодка. Ну я же эльф, у меня свои способы. Справедливо. Значит, никаких планов на будущее? Не знаю, за последние дни все события так стремительно закручивались. Вроде недавно я спал в своем уютном доме, а сегодня, наверное, на другом конце королевства, в неизвестном мне городе.
Понимаю, иногда события закручиваются так, что ты осознаешь все последствия, только пережив этот ураган. Мудрые слова. Наверное. Ну, замечательно. А это что? О, здрасте. Приветствую вас, жители этого прекрасного города. Гражданин, у вас есть разрешение, чтобы швартоваться в этом порту? И это вы называете портом? Вот мое разрешение! Бжоуки смертные, настал час хаоса! Где-то я такое уже видел. Умрите, глупцы! Нежить? Ник, бежим! Что там происходит? Закройте ворота в порт! Живо! Что вы там устроили, негодяи? Там какой-то ужас. Что? Кого? Нежить напала на порт. Во главе ее стоит демон. Нужно бить тревогу, капитан. Что? Быстрее! Есть! Так, погиб город через главный вход, Никас не должен... Лучше уходить из города, Никас, тут становится слишком опасно. Что там только что произошло, что это за урод с рогами? Это демон, скверное создание. Быстрее. А люди? Их превратили в зомби. Зомби? Неплохая идея. Живые мертвецы. Смотри, о, ужас! Угу. Так, ладно. Магия будет моей. Мы не ходим неплохая в Стратхольм. Идея. Легко. Время не ждет. Так, ну хорошая ладно. Мысль. Пора ну бежать отсюда. Быстрее. Магия принадлежит мне. Опять работа. Магия будет моей. Чего? Ну, я пошел. Ну, что там? Опять работа. Быстрее. Магия будет моей. Неплохая идея. Смотри и учись. Хорошая мысль. Неплохая идея. Кажется, капитан далеко не ушел. Легко. А это что за тварь? О, нет. Да, господин. О, жуть. Капитан Зомбарь. Быстрее. Удачненько так модельки достали. И сделали. Когда, интересно, успели-то их наклепать? Магия будет моей. Неплохая люди идея. Превращаются в зомби. Что тут смотри происходит? Легко. Это все неплохая демон? Идея. Всего-то? Думаю, он тут точно замешан. Опять хорошая они за свое. Мысль. Короля мертвых. Всего-то? Нежить! Хорошая мысль. Опа, можем таверку разрушить. Всего-то? Время не ждет. Ну, что там? Это еще что? Хорошо. Похоже на моего деда. Быстрее. Может, это и вправду он? Скажи ему идти домой. Деда, иди домой. Ну, что там? Хорошая мысль. Блин, а. Подожди, мой дед же умер. А это, по-твоему, живое? Время не ждет. Ну, что там? Хорошая мысль. Опять работа. Магия будет моей. Черт, вот срань, а. Ну, что там? Неплохая идея. Да, господи. Время не ждет. Чего? Вам меня не жалко? Быстрее.
Да. Хорошо. Время не ждет. Всего-то. Хорошая мысль. Жесть. Так, ладно, надо исследовать все, что тут можно. Смотри и учись. Легко. Потом валить. Неплохая идея. Хорошая мысль. Я так понимаю, все создали по мотивам Reforged, да, очень похоже. Легко. Всего-то. Легко. Смотри и учись. Легко. Неплохая идея. Так, ладно, что тут у нас? Отлично, выход уже рядом. Стой, ворота закрыты. Что тут происходит? Это что, принц Артас? О нет, мы опоздали. Все эти люди заражены чумой. Сейчас это еще незаметно, но скоро все они превратятся в зомби. Весь город должен быть уничтожен. А где же Утор? Я ждал тебя, юный принц. Я Малганус. Как видишь, твои люди отныне принадлежат мне. Дом за домом я порабощу этот город, и огонь жизни угаснет здесь навсегда. Я не допущу этого. Лучше эти люди погибнут от моей руки, чем станут твоими рабами после смерти. Что он сказал? В атаку. Это сон? Я бы не стал надеяться. У нас появилась еще одна проблема. Надо найти другой выход. Вот это настоящая резня. Так. Ну, я пошел. Найти иной выход из города. Хорошо. Прости меня, отец. Угу. Но я должен. Опять работал. Хорошо. Ну, что там? Магия будет моей. Быстрее. Да. Ну, что там? Да, господи. Магия будет моей. Магия принадлежит мне. Чего? Быстрее. Ну, что опять там? Опять работает. Что за фигня? Господи, ну, я думал, у меня с компом что-то стало. Магия будет моей. На нас напали. Даже непонятно, к чему это звук был. Ну, что там? Это войска Артаса, они уже хорошо. Здесь. Хорошо. Хорошая мысль. Быстрее. Ворота запечатаны, нужно идти в обход. Легко. Какой нахер обход? Хорошая мысль. Неплохая идея. Всего-то. Легко. Хорошая мысль. Всего-то. Да жесть, мы с такой толпой не справимся. Всего-то. Хорошая мысль. Время не ждет. Так, неплохая ладно, идея. Может здесь ворота открылись? Смотри и учись. Легко. Неплохая идея. Смотри и учись. Ну, я пошел. Да, чего да. Надо? Прощайте. Ну, что там? Дело есть. Заметано. Время не ждет. Чего надо? Ну, что там? Легко. Да. Магия будет моей. Всего-то. Босс, я не понимаю тебя. Почему? Ну почему мне постоянно приходится всем повторять все дважды? Меня что, окружают одни глухие идиоты? Скажи мне, Лариса. Ты что-то сказал, братец? Ах.
Джо, дорогой мой, слушай сюда. Твоя история о неком парне по имени Ник, который чудом не попал в клетку и освободил тебя. И твой великий побег из тюрьмы. Ну и, конечно, этот таинственный эльф-колдун, который обезвредил одного из верховных магов Даларана. Это все очень интересно, но прости, не очень-то и правдоподобно. Хотя... Босс, это правда. Не смей меня перебивать! Джо, нет! А ты еще кто? О, нет. Ты! Ник, кто это? А ты кто? А ты? Вот и познакомились. Лариса, заткнись. Я чем я обязан двум недотёпам, что стоят передо мной? Отвечайте быстрее, пока я вас не убил. Да что ты убил Джо? Он говорю правду. И что она здесь делает? Как грубо. Вообще-то это не твое дело, за что. И да, послушать чужие разговоры невежливо, крысёныш. А она? Она-то тебе чем насолила? Я надеюсь, ответил на все твои вопросы. Ты готов умереть? Или твой здоровенный эльф-дружок тоже хочет задать мне парочку тупых вопросов? Реплику пропустили или что? Тебе даже не интересно, что он говорил правду? Я перед тобой, я тот самый Ник, а вот это вот тот самый эльф-колдун. Эй! И чем она мне насолила? Это ее Дарли послал меня убить, и это она натравила войска Ордерона на лагерь. И это она виновата в том, что большинство твоих бойцов оказались в тюрьме. Ну, допустим, он и говорил правду. Какая уже разница, он мертв. Ну вот. Сестренка, не подскажешь ли ты мне кое-что? Что же, дорогой мой братец? Это правда? Это правда то, что он сказал? Ну да. Ну ладно. Постой, что? Что слышал? Какого проклятого тролля ты мне об этом только сейчас говоришь? Ну, до этого ты меня и не спрашивал. Что? Ты? Ты проклятая стерва! Из-за тебя я потерял кучу золота! Кучу хороших и верных ребят. Из-за тебя я убил этого треклятого Джо. Ну да, а орать-то на меня зачем? Ужасная семейка. Просто отвратительная. Кто? Кто? Кто я? Я твоя сестра, осёл, не беси меня. Истеришь, как малое дитя. Кто тебя нанял? Отвечай! Не знаю, письмо было анонимным. Да и к тому же, ты же сам хотел на Солидара ушир, вот и получилось. Сказал бы спасибо, придурок. Нужно было сказать об этом мне. Слушайте, тут как бы осада не идет, не? И не умеешь хранить тайны. Ты все бы разболтал тому же Джо, например, который по пене разболтал бы всем. К концу дня знал бы уже весь Вардерон. Успокойся, все вышло неплохо, хотя могло бы быть и лучше, если бы не взялся этот безухий придурок. Эй, у меня есть уши! Я понял, ты хотела как лучше. Вот, выпусти пар. Да, все действительно вышло. Неплохо. Авторитет Дарнана подорван, а его выходка с этим безумным пророком точно сделает его посмешищем. Жаль, Джо, я вспылил.
Хороший был парень, а все это гнилая нежить. Надо очистить от них город, и все будет как раньше. Вы двое, поможете мне избавиться от нее и будете жить. Не хочу тебя расстраивать, но... Но принц Артас решил сам очистить этот город. Ну и замечательно, принц делает всю грязную работу. Да, тут только одна загвоздка, что он решил очистить город не только от мертвых. Да, но и от живых. Что он себя о себе возомнил? Это мой город! Я ему сам черепушку проломлю! Это еще что? Жуть. Это вы виноваты. Чего? Это что такое, чуть не откусило мою голову, и виноват я? Не хотелось бы прервать ваш трогательный разговор, но напомню, что в городе полно нежити, его из Картеса, который намеревается убить вас. Ну, наконец-то хоть кто-то вспомнил об этом. Да, уходим. А чё, братана, все? Нет? Эй, ты ж не собираешься идти с нами? Ты ж не собираешься бросить в беде хрупкую беззащитную девушку? Ага, хрупкая беззащитная, а чё это ты в штанишки намочил, а? Нет. Ну вот и замечательно, за мной, обезьяны. Просто прекрасно. Херасе, он, конечно, мощный. Если наш красавчик принц действительно двинулся головой и решил очистить город от людей... Не мешай мне думать. Это правда. Хорошо. Да, да, безухи, верю. Надо выходить через запасные пути, это значит нам туда. Я могу помочь? У меня есть уши! Так, Алиса концентрируется на обороне и на более точных ударах. Конь повышается от 99%, а также появится 10% шанс на двукратный критический удар. Так. Так, ну ладно. Это сделаем так. Интересно. Тогда. Ну, что там? Это забавно. Хорошая мысль. Я позабочусь об этом. Всего-то? Не мешай мне думать. Смотри и учись. Я могу помочь. Неплохая идея. Наконец-то. Это забавно. Так, мочи их всех. Смотри и учись. Не мешай мне думать. Всего-то? Я могу помочь. Хорошая мысль. Смотри и учись. Хорошая мысль. Как все, масштабненько. Смотри и учись. Опять махачи бесконечные. Мне. Тик-тик-тик. Неплохая идея. Куда же нам? Направо Хорошая или вниз? Мысль. Легко. Какой у тебя план? Хорошо. Смотри и учись. Не мешай мне думать. Неплохая идея. Как ты переживаешь смерть брата? Легко. Не думаю об этом. Всего-то? Понял. Я могу помочь. Хорошая мысль. Легко. Неплохая идея. Легко. На нас напали. Неплохая идея. Не мешай мне думать. Было сделано. Ну, я пошел. Замедано. Ага. Было сделано. Блин, опять куча всего, а. Ага. Так, будет не моей. Трогайте их. Это забавно. Пусть дерутся. Хорошо. Какой у тебя Смотри план? И учись.
Неплохая идея. Смотри и учись. Да, здесь тупик. Всего-то. Я посмотрю. Звучит неплохо. Легко. Хорошая мысль. Не мешай мне думать. Площадь старейшин. Нужно найти судью Бартиласа. У него ключ от тех врат. Всего-то. Смотри и учись. И мы что, вот так просто попросим его ключ? Неплохая идея. Нет, заберем его. Дело есть. Я могу помочь. Смотри и учись. Как? Да просто прирежем придурка. Я думал, ты такая вся скрытная, сможешь украсть у него ключ. Интересно. Ты что, назвал меня карманницей, обезьяна? Звучит неплохо. Нет. Я позабочусь об этом. Вот и славно. Учите, когда я его посмотрю. Убьем, остальные рады этому не будут. Так что сразу бежим я к выходу. Я позабочусь об этом. Звучит неплохо. Хорошая мысль. Неплохая идея. Легко. Всего-то. Смотри и учись. Всего-то. Вот безумного принца тут только не хватало. Ну, что там? Это забавно. А куда идти-то? Хорошая мысль. Я бы проскользнул мимо них, но... Хрен же выйдет. Не мешай мне думать. Какой у тебя план? Всего-то. Неплохая идея. Блин, а. Всего-то. Легко. Всего-то. А, вот он. Не мешай мне смотри думать. И учись. Вот он, этот судья. Неплохая идея. Быстрее. Всего-то. Я могу помочь. И ключик. Я посмотрю. Легко. И валим неплохая отсюда идея. Нафиг. Смотри и учись. Всего-то. Неплохая идея. Хорошо, что я сабы решил прочитать. Уходим, уходим, уходим. Так, и походу это все. Вот вам и дамочка, на самом интересном месте. Там что-то типа 16 глав, кажется, планировалось, так что, ах, размах мог бы быть гигантским. Ну что я могу сказать? Компании у этой есть огромнейший потенциал, очень интересная параллельная линия, воссозданные локации из оригинального варика, вот это... Параллельная линия сюжета, которая адаптирована под сюжет этой кампании конкретно. Все главы по-своему интересные, уникальные, мне понравилось. Но это пока даже вот без разума, и как я понимаю, здесь целая раса разбойников должна быть. А мы 4 главы подряд играли просто да, без развития. Хотя, может, оно и к лучшему, мне такой формат зашел. Конечно, здесь не хватает, допустим, звукового сопровождения в плане музыки, да, здесь вот именно в 4 главе особенно каких-то треков бы здесь прям было бы вообще круто, но, в принципе, и так неплохо, экшен есть, жители живые, NPC не чувствуются куклами и так далее. Это здорово, большая редкость для компаний и вообще варика в целом, да, на приятно в это было играть, и автору, конечно, большой респект за эту кампанию, и, конечно же, да, однозначно это надо продолжать и добивать, все очень классно, все очень круто. Хотя, да, довольно стандартно все, конечно, но, да, увы, как говорится, нет худа без добра, или наоборот, в данном случае, как... Если что-то хорошее... Короче говоря, что-то плохое обязательно будет. Чем-то придется жертвовать. Вот, к сожалению, вот приходится... Постоянно на какие-то компромиссы идут, когда делают творение в варике, да? Что-то одно хорошо, значит, что-то другое обязательно будет не очень.
И вот пока, конечно, ничего уникального особо не увидели. Да, тут такие плюс-минус пару модифицированных способностей слегка. Но ничего такого суперского в этом плане нет. Но может оно и не надо. Пока мы сыграли первые 4 главы, это, считайте, была демка. И сложно говорить о том, нужно ли вообще это. Возможно, в целом надо увидеть картину. Пока непонятно, что готовит автор. И будет ли вообще готовить. Хотелось бы, конечно, чтобы готовил. В общем, у этой компании есть потенциал. И будет здорово, если она увидит остальную часть про, как бы, того, что запланировано. Будем ждать. А пока на этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, добавляйте его себе, пишите в комментах, что думаете сейчас об этой компании. Поделитесь мнением, возможно, автор увидит это видео, посмотрит на комментарии, сделает для себя выводы. Ну, как обычно. А с вами был Павел Первый. Увидимся. Всем пока.